Добрый вечер. С вами Ирина Йовович. Мы находимся на Лазурном берегу в легендарном Монте-Карло. И сегодня мы с вами посетим русский Diamond Ball. Красная дорожка бала собрала звездных гостей со всего мира. Думаю, нас ожидает незабываемый калейдоскоп нарядов «Hot Couture». Гостей бала ждет много интересных мероприятий, в том числе ужин в замке Мандельер-Леонапуль в Каннах и мастер-класс на болидах «Формула-1» и «Формула-3». Стоит отметить, что русский Diamond Ball создан с высокими целями, одна из которых – благотворительное мероприятие мирового уровня, организованное фондом Оксаны Федоровой. Такое мероприятие просто невозможно пропустить. У вас безумно красивый наряд. Расскажите, пожалуйста, от какого это дизайнера? Спасибо большое. Это платье от дизайнера кутюрье Дени Дюран Кутюр, французского дизайнера, который одевает красную дорожку известного Каннского кинофестиваля. Вы думаете, почему выбрали организаторы мероприятия, выбрали именно Монако для данного бала? Мне кажется, Монако очень комфортный, удобный город, где нарядиться в прекрасное платье, как-то выглядеть хорошо, это всегда уместно. Наверное, именно поэтому. Скажите, пожалуйста, представляете ли вы сегодня свой лот на этом аукционе? Да, я представляю сегодня свой лот, игрушка мальчика. Я надеюсь, что это как-то поможет детям. Милана, расскажите, пожалуйста, о своем наряде. Какого дизайнера выбрали вы сегодня на данное мероприятие? Привет, Ир, ты, во-первых, тоже шикарно выглядишь. А я сегодня в платье от замечательного, я считаю, самого гениального российского дизайнера Ульяны Сергиенко. Как ты считаешь, насколько важно принимать участие в благотворительных мероприятиях? Я считаю, что если есть такая возможность, нужно всегда принимать такое участие, потому что я специально для данного мероприятия только что прилетела из Америки, чтобы поддержать сегодняшний вечер и, конечно же, провести его. И ваши пожелания World Fashion Channel Rush. Дорогие телезрители, я вам желаю много любви. Любите моду, найдите свой стиль, ну а в этом вам, конечно, поможет такой замечательный телеканал World Fashion. Насколько важно, как вы считаете, принимать участие в благотворительных мероприятиях? О, я всегда говорю, что каждый человек по-своему, маленький, большой, бедный, богатый, он должен помочь, участвовать в благотворительности. Столько сможешь, столько помоги, больше, больше. Поэтому так мы должны относиться ко всем, действительно, нуждающих очень много. Если сможем чем-то, надо, даже не думая, мы все... создано Богом, понимаете? Если не поможем друг другу, кто нас поможет? Сегодня мне нужна помощь, завтра вам нужна помощь. Не забывайте, жизнь продолжается, правильно? Спасибо огромное, хорошего вечера. Не могли бы вы рассказать о сегодняшнем мероприятии? В чем его уникальность? Уникальность сегодняшнего мероприятия в том, что такой крупный благотворительный ивент для фонда Оксаны Федоровой
ну, на Ривьере. Конечно, здесь очень много благотворительных вечеров проходит, но сегодняшний вечер будет отличаться еще и насыщенной развлекательной программой. Сегодняшнее мероприятие подошло к концу. С вами была Ирина Йовович. Встретимся в следующий раз на Венецианском кинофестивале. До новых встреч!